В этом году Северодонецку 90 лет. И фотодокументальная выставка в библиотеке Горького рассказывает не только о современном городе, но и показывает почти вековую историю его развития. Это один из самых крупных в Луганской области городов, и славится он прежде всего своими жителями. Клей ПВА, например, придумал как раз уроженец Северодонецка. Известен город и благодаря заводу «Северодонецкий азот», в свое время крупнейшему химическому предприятию. Отдельным блоком в выставке представлен период жизни города до 2014 года. В создании проекта автору Владимиру Дедову помогали друзья и знакомые. Я делал большую часть этих фотографий сам лично, плюс мне активно помогал в этом деле, помогали, правильно так сказать, семья моих друзей, мои соседи по дому, семья Доленко, отец и сын Артур и Владимир, и мой коллега, друг, однополчанин, общими усилиями, ну и плюс еще мой архив старых фотографий. Владимир Дедов рассказывает, что по образованию и по призванию он музейщик и краевед. Часть своей жизни провел в Северодонецке. Там тоже занимался краеведением, поэтому большая часть подлинных фотографий разных лет города сохранилась у него в личном архиве. Также он отметил, что делать фото во время боевых действий опасно, но люди хотели запечатлеть свое, дорогое душе, место. Поэтому искали способы. Это действительно был риск, и фотографировать старались очень аккуратно, очень тайно, зачастую откуда-нибудь из окна квартиры, например, ну это вот центр, площадь Победы, из квартиры фотографировали, было дело, из чердаков фотографировали, или из окон подвалов, тоже такое было, действительно. Цель проекта – сплотить людей и напомнить о человеческих ценностях, а также, как сказал автор выставки, отдать дань уважения и дань памяти его друзьям-однополчанам, тем, кто стоял у истоков русской весны. Увидеть выставку можно в библиотеке Горького до 15 августа. Анастасия Арт, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».